Этим летом Санкт-Петербург и Уфа стали еще ближе. Теперь башкирскую столицу Северной связывают не только имена Юрия Шевчука и Сергея Довлатова. Пятикратный чемпион России, бывший главный тренер Уфы Сергей Семак, вернулся в Уфу в качестве главного тренера наших соперников – питерского «Зенита». Болельщики и горожаны сине-бело-голубых не сомневаются в большом тренерском будущем Сергея Семака. Мне жаль, что он из Уфы ушел, конечно, но в «Зените» он себя очень хорошо покажет, и у него большое будущее там. Он же поднял футбол в Уфе. Благодаря ему, я думаю, что и столько народу сейчас ходит на футбол. Уфа. Только победа! Уфа тоже сильная команда, добилась много в Лиге Европы. Пусть проходят дальше, и удачи Уфе. Именно с мыслями о Лиге Европы горожане начали игру «Зенитом». Уже на второй минуте полузащитник Уфы Иван Пуревич забил свои ворота. Спустя несколько минут отличился Артем Дзюба. Самый обожаемый российский футболист прямо сейчас. Забитый гол Артем отпраздновал в привычном стиле. Во втором тайме подопечные Сергея Томарова все опаснее атаковали ворота голкипера «Зенита» Андрея Лунева. Но за полчаса до конца игры уфимская команда осталась в меньшинстве. Бойан Йокич включил Зидана и кивнул головой в сторону Александра Ерохина. В десятером Уфа могла пропустить еще, но на этот раз Дзюба не попал по воротам. Финальный свисток судьи зафиксировал третье поражение Уфы подряд. После игры Сергей Семак отдал должное своей бывшей команде. Сражались как львы сегодня, оставшись даже в меньшинстве. Я прекрасно знаю команду. Я горжусь и Уфой, потому что они большие молодцы. Видно страсть, желание, с которым хотели играть и хотели побеждать. Это видеть очень и очень приятно. В игре против «Зенита» первый раз за Уфу сыграл защитник юношеской сборной России Игорь Дивеев, которым, по данным английской прессы, интересовался лондонский «Арсенал». Вопрос, стоило ли выпускать молодого игрока в игре с топ-клубом, озадачил Сергея Томарова. А в каком матче мне его нужно выпускать? И с такими соперниками серьезные. А какие соперники у нас несерьезные? Вот назовите мне один клуб. Ну, Анжи обыграли «Урал». Анжи будут биться до конца. Поэтому здесь все матчи у нас очень важны, что в Лиге Европы, что в чемпионате России. Один из героев вечера, Артем Дзюба, общаться с прессой и болельщиками не стал, но на прощание помахал рукой. Персональные фанаты нападающего еще долго просили его выйти из автобуса. Артем, выходи! Артем, выходи! Артем, выходи! Артем, выходи! Дзюба «Зенитом» уехали, оставив Уфу готовиться к, пожалуй, самой важной игре в истории башкирского футбола. Встреча с «Глазго Рейнджерс» за выход в групповую стадию Лиги Европы пройдет в четверг, 30 августа. Андрей Шарыгин, Андрей Шуняев, городской телеканал ЮТВ.